В интернете в последнее время стал набирать популярность хоррор-фильм «2-3. Демон, приди». Но если переводить с английского, то название у него «Поговори со мной». Австралийский фильм ужасов стал хитом по всему миру и стал самым кассовым фильмом ужасов в прокате внутри своей страны. К тому же, фильм получил зеленый свет на продолжение. Популярность фильма прежде всего связана с саундтреком, который стал часто использоваться в TikTok-трендах. И благодаря вот этой загадочной руке, которую уже можно приобрести на онлайн-сайтах. В этом видео мы разберем с вами потусторонний мир, который показали в фильме, как загадочная рука с этим связана и что авторы хотели нам рассказать. Предупреждаю, будут спойлеры. Встречайте! Новинка Nitro Fresh – освежающий напиток с комплексом витаминов для вас. Nitro Fresh – освежись со вкусом. Два, три, демон, приди. Это режиссерский дебют австралийских братьев-блогеров Дэнни и Майкла Филиппа, в котором рассказывается о 17-летней Мии через 2 года после смерти ее матери в результате самоубийства. Вместе со своей подругой Джейд и младшим братом Райли Мия оказывается вовлеченной в игру с участием керамической человеческой руки, которая дает участникам возможность говорить с духами, и на несколько секунд их можно впускать в свое тело и становиться одержимым. Демон, приди. После того, как Мия нарушила правила, заставляя своего младшего брата подольше поговорить с умершей матерью, дух вселяется в мальчика и наносит ему тяжелые травмы. Чтобы его спасти, Мия продолжает общаться с духами, но еще не знает, насколько опасна эта игра. Я так скучаю по тебе, Ми. Как вы уже знаете, история вращается вокруг загадочной керамической руки, которая позволяет людям видеть и общаться с потусторонними душами. Никто не знает, откуда взялась рука, но существуют любопытные теории. Отрубили и забальзамировали. Экстрасенса Джосса, не телепата. Да, только она не настоящая. Настоящая, Дэнни Бой. По рассказам подростков, игравших с проклятым предметом, рука принадлежала человеку, то ли медиуму, то ли сатанисту. После отделения от тела владельца, руку получилось сохранить. Хотя неизвестно, насколько эта история правдива, но правила по использованию этой руки доказывают, что эта вещь очень опасна. Впускаю тебя. Чтобы использовать руку, сначала нужно зажечь свечу. Это позволяет открыть дверь между царством живых и мертвых, направляя духов к руке. После этого человек должен схватить предмет и повторить определенные слова. Это позволяет человеку увидеть призрака, ответившего на зов. После этого тот, кто держит руку, может отказаться от контроля над своим телом, позволив духу вселиться в него. Для изгнания духа свечу необходимо потушить, чтобы закрыть потустороннюю дверь, которой пользуются странствующие души. Если человеческое тело будет являться носителем призрака более 90 секунд, пришедшие духи могут остаться в мире живых, что приведет к ужасным последствиям для всех участников. Наконец, как рассказывает история, если кто-то умирает, пока в его теле обитает дух, его душа навсегда останется в подвешенном состоянии, вынужденная присоединиться к массам заблудших духов, которые бродят во тьме. Беги, 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 беги! Правило 90 секунд защищает большинство людей от ужасных последствий игр с духами, но некоторые люди склонны к тому, чтобы стать жертвами. После первой игры с рукой главная героиня фильма Мия начинает слышать звуки царапин по дереву, отражающие травму, вызванную кончиной ее матери. Однажды ночью мать Мии приняла снотворное и умерла в одиночестве, не в силах позвать на помощь, царапая деревянную дверь своей спальни. Мия всегда задавалась вопросом, покончила ли жизнь самоубийством ее мать. Итак, поскольку Мия
Мия держала руку более 90 секунд, к ней привязывается злой дух, даже после того, как закрывают дверь. Сверхъестественные явления вокруг Мии участились после того, как она позволила Райли использовать руку. Дух, который видит Райли, принадлежит матери Мии, которая вернулась из потустороннего мира, чтобы сказать дочери, что любит ее и скучает по ней. Желая поговорить с матерью, Мия заставляет Райли оставаться на связи с рукой дольше, чем следовало бы. В результате, дух внутри мальчика заставляет его удариться головой о стол и выколоть себе глаз. Друзья Райли не дают ему покончить с собой. Райли, нет! Сначала мы не уверены, что Мия все еще одержима. Тем не менее, в фильме есть множество доказательств того, что она никогда не разговаривала со своей матерью и что ее все время обманывал злой дух. Начнем с того, что первый призрак, которого Мия пускает в свое тело, говорит, что они жаждут Райли, а это значит, что они готовы манипулировать Мии, чтобы получить то, что хотят. Во-вторых, видения Мии начинаются еще до того, как Райли впервые касается руки. Кроме того, есть тот факт, что дух, притворяющийся матерью Мии, говорит, что она никогда не хотела покончить с собой, в то время как отец Мии, Макс, все еще хранит предсмертную записку своей жены. Это ложь. Наконец, в первой сцене предыдущий владелец руки Дакет говорит, что разговаривал со своим отцом. Предполагаемый отец Дакета убеждает молодого человека нанести удар ножом его брату Коулу, который, как утверждает дух, совершит злодеяние, если останется в живых. Здесь становится совершенно все очевидно, что действия злых духов состоят в том, чтобы использовать травмы и слабости своего хозяина, убеждая его убивать других людей, а затем совершать самоубийство. Таким образом, души, затерянные в загробном мире, смогут продолжать пополнять свои ряды. Мы не знаем, делают ли они это из-за того, что оказались в ловушке в ужасном месте, но фильм подчеркивает, что не каждая заблудшая душа добрая. Я никогда бы не бросила тебя. Никогда. Есть вероятность, что мама Мии ненадолго навещала свою дочь, когда Райли использовал руку. Сущность исследует проблемы Мии, чтобы убедить ее, что единственный способ освободить Райли – это убить его, что в конечном итоге приводит к тому, что Мия толкает мальчика в инвалидной коляске на шоссе. Сестра Райли и лучшая подруга Мии Джейд прибывают как раз вовремя, чтобы спасти мальчика. Но для Мии уже слишком поздно, и она бросается перед машиной. Ты все делаешь правильно. Проводи его. После смерти Мия начинает бродить по шоссе, пока она не оказывается в больнице. У Мии больше нет отражения в зеркале, и никто ее не слышит и не видит. Свет вокруг Мии гаснет, оставляя ее одну в темноте. Внезапно мы слышим звук зажженной спички, и огненное сияние привлекает внимание Мии. Свет приводит ее к руке, висящей в пустоте. Мия хватает руку и попадает на сеанс, где неизвестная группа использует загадочный артефакт, чтобы разговаривать с духами. Мия стала потерянным духом, обреченным на жизнь во тьме. Это трагический конец для Мии, но поклонникам ужасов приятно осознавать, что рука все еще цела, ожидая продолжения игры. Впускаю тебя. В конце фильма мы видим, как керамическая рука оказывается в новой группе подростков, которые еще не знают, к чему может привести игра. В продолжении мы можем увидеть больше потусторонней силы руки, особенно когда у зрителей есть еще один знакомый дух. Актриса, которая исполнила роль Мии, была невероятно жуткой в своих сценах одержимости, поэтому увидеть, как она превращается в злобный дух, стремящийся овладеть живыми людьми, может стать забавной и уникальной перспективой следующего фильма. Другой очевидный вариант продолжения, или, например, приквела, объяснение происхождения руки. Фильм почти не дает информации о том, чья это была рука. Он даже не подтверждает, что внутри керамического внешнего слоя действительно находится забальзамированная рука. История о первоначальном владельце руки может позволить продолжить исследование духовного мира и понять, почему люди могут общаться с духами с помощью руки. Походу, этот чел умел общаться с мертвыми, поэтому ему просто решили отрубить руку и все. По своей сути, 2, 3, демон приди – это метафорическое исследование горя и трудностей. Слишком долгое удерживание, как, например, показали нам из-за памяти близкого человека, может иметь разрушительные последствия для человека и его близких. Депрессия, которая ассоциируется с горем и потерей, также символизируется в фильме.
Тем, кто поражен горем и депрессией, зачастую легче искать утешение в наркотиках и алкоголе, чем попытаться принять боль и отпустить ее. Можно даже провести четкую грань между злоупотреблением психоактивными веществами и чрезмерным использованием мии забальзамированной руки. Горе – настолько распространенная тема в фильме, что зрители видят, как Мия тонко проходит некоторые из стадий горя. Шок и отрицание, вина и боль, гнев и торг, депрессия, размышления и одиночество, принятие и надежда. Этапы у всех происходят в разном порядке, но Мия определенно проходит через многие стадии. Шок и отрицание очевидны в отказе Мии поверить то, что ее мать покончила жизнь самоубийством, и в ее отказе увидеть ложь духа, предпочитая верить, что это на самом деле ее мать. Мия. Райли, нужна помощь. Ее охватывают чувство вины и боль не только из-за самоубийства ее матери, но и из-за травм Райли, поскольку по ее вине он слишком долго держал руку. Гнев, который она питает к своему отцу, довольно очевиден. И она особо упоминает, насколько одинокой она была до того, как поселилась с Джейд и Райли. К сожалению, у нее принятие или надежда сменяются отчаянием, поскольку она поглощена опасностями забальзамированной руки и сама становится потерянной душой. Помните начальную сцену с кенгуру, когда Мия отказывается положить конец страданиям раненого животного, которого она находит на дороге, и позволяет животному страдать, чтобы избавить себя от еще большей печали и боли. Отказ Мии двигаться дальше приводит к трагическому финалу. Она поглощена своим одиночеством и горем, которые теперь будут длиться вечность, поскольку ее потерянный дух навсегда блуждает в потустороннем мире. Пускаю тебя.